всех приветствую. Сегодня вот я включился из сарая из моего. Вечерком пробежался. Просто так наглядно. Тут в карьере есть такая, типа, свалочка. Ну, песчаный карьер. И вот, смотрите, какую штуку нашел. Опа-на. Вот это, да, наследие СССР. Такой ящичек. С рубильничком. Со всеми делами. Сейчас, вот, смотрите, здесь как все. Интересно. Опа. Оно все вынимается. Это какие-то предохранители или что-то. И вставляется. Потом оно вот так переключается. Опа-на. Включил. Выключил. И вот. Ну тут все сгнило, конечно, уже такое все. Вот оно как валялось вот так. Такой распред щит, или как он называется, не знаю. Думаю, они где-то и сейчас стоят в колхозах, еще такие, вот такого типа. Давайте повешаем это дело. Сейчас, сколько оно будет весить. Сейчас, минутку, и как-то надо зацепиться. Как-то надо зацепиться. И посмотрим, сколько чего тут выйдет у нас по металлу. Опа-на. Опа-на. Так, видим, 7 килограмм. Вот это, смотрите, тоже все медное. Вот эти штуки. У меня тиранул в медь. Видно. Сейчас попробую немножко разбирать. Так. Весь процесс, конечно, я не буду снимать. Все, открутил. О, болтики, гаечки сюда складываю. В хозяйстве пригодится. Тоже вещь, смотрите, демонтируем основные части. Оп, это, видимо, бакелит какой-то. Это, видимо, железо. Сейчас магнитом проверю. Оп, все раскрутил. Все вот так вот. Оп. Смотрите, все части. Это медь. Полоса медная сразу. Видно, нормально. И еще часть. Сейчас, минутку. Вот так оно все выглядит. Вот, все, практически пустой ящик. Ну и вот, разобрал я это все дело. Вот такое количество. Тут всяких вынул железок. Так, раскручиваем вот эти. Я не знаю, как их назвать. Конденсаторы или что это. В общем, надпись здесь 220. 380 ватт. 90. Ну, что-то там еще какие-то цифры. Вот. P42. У. Что-то там. Так, в общем, тут какой-то порошок находится. Не знаю, желтоватый. Так, я это сюда в баночку. Странный неизвестный порошок. Вот такая медная штуковина там внутри. Я так понимаю, что здесь этот. Вот эти напайки серебряные. Ну, с ними я заморачиваться не буду. Так, и вот на выходе у нас что получилось. Три фиговины. Три бакелитовых фиговины. Так. Вот это у нас болтики я все складываю сюда. Туда пригодятся. Это у нас металл, железная тема, все магнитится, кучка металла, такая вот медяшка. Вот они такие фигурины, 6 штук, 3 полосочки вот таких, 3 вот таких фигурины. Сейчас я взвешу металл, потом взвесим медь. Посмотрим, что выходит. Ну и вот он, сам ящичек с потрохами.
получилось 4 килограмма. И сейчас потом перейдем медь на весь. Посмотрим, сколько у нас получилось меди. Из этого всего дела вот так кладем. Так, полосочки сюда же. Полосочки сюда же. Так, сейчас как-то уместим. Так, чтобы точно было. Просто у меня есть безмен, но тут безменом вешать сильно нечего. Оп, и мы получили 376 грамм меди. Вот такой вот результатец. Нормально, нормально. Хороший ящичек был. Всем удачи, всем счастливо, всем пока.